Хочу я всех мочалок застебать, нажав ногой своей на мощный фуз. И я пою крутую песню свою. Мочалкин блюз. Вот что-то в последнее время подсел на вот такой вот крем-фиш кальмар с креветками. Друзья, в общем, на моем канале нет рекламы. Это просто как бы я делаю какие-то обзоры. В общем, чем я питаюсь, поэтому вот так вот. Рекламы на канале нет, поймите. А точнее быть, реклама на канале еще не появилась. Возможно, с тем, что мало подписчиков, во-первых. Ну, вы как видели, наверное, у меня нет такого, что там донаты. Как бы я не оставляю свои какие-то номера карточек, чтобы заработать. Но мне это пока сейчас не надо. То есть мне нужно набрать больше подписчиков. Возможно, в дальнейшем будет как бы какой-то заработок с канала. Но сейчас об этом говорить очень рано, поэтому не будем забегать наперед. Вот когда будет 100 тысяч подписчиков, тогда уже можно говорить о рекламе и заработке. Думаю, каждый человек пытается заработать каких-то денег и не откажется от денег. В любом случае, по-любому такое есть. Друзья, для тех, кому видео не нравится о бродяге, просто возьмите и отпишитесь. Внизу есть кнопка «Отписаться» и все. И оповещение о канале, о новых видеороликах вам не будет приходить. Поэтому я вас, если честно, не заставляю подписываться. Но мне было бы приятно, если вы будете подписываться. Я вас не заставляю смотреть мои видеоролики. Непосредственно мои видеоролики я снимаю для себя, чтобы было что вспомнить. Кому нравится, смотрите, кому не нравится, не смотрите просто, либо отпишитесь от меня. А кому понравится, подписывайтесь и ставьте лайки, то есть палец вверх, и дизлайки, палец вниз. Мои ролики неинтересны, поверьте, можете не смотреть. Здесь интереса никакого вообще нет. То, что вы пишете в комментариях, я это очень сильно приветствую. Поэтому можете писать все, что вам угодно. Я эти комментарии не буду удалять. Все, что вам захочется писать, пишите. Это все на вашей совести. Для чего мне нужны подписчики? Ну, а именно вы, друзья. Для того, чтобы вы, как для меня, можно сказать, вторая огромная семья и моя аудитория. Мне очень приятно то, что меня смотрят люди. В любом случае, каждого человека будет цеплять критика. Так же я, как и вы, обычный человек со своими какими-то заморочками и тому подобное. Поэтому меня тоже иногда бывает цепляет критика в комментариях и тому подобное. Но стараюсь на это все не обращать внимания. На камеру я показываю одно, а в жизни я совсем другой. Маринка, вот сколько раз я тебе говорил не заказывать посылки с Алиэкспресса, а? Сколько раз я тебе говорил? Ну там просто концтовары такие вот интересные мы Насте заказали к школе. Ну давай, ладно, хорошо, показывай. Сейчас Настюшка будет доставать. Настя, только аккуратно тут смотри. Вот тут вот как раз вот это все мягенькое. Давай я обрежу немножко, да? Это вот эта ручка. Да, твоя та, которую ты хотела. А какая цена? Это что? Все до доллара. До вообще, доллара. Вот смотрите, 47 центов. 47 центов. Показывай. А тут еще что-то. Ой. 47 центов такая ручка. Да. У нас тебе такое нравится. Хохолки разные, капец. Все недорого мы заказывали. О, вот тут вот бантик. О, уже отпал бантик один. Мы еще даже в руки не взяли, уже китайская можно отпала. Можно тоже отпала? Да. Заставай что-то там еще. Ух ты. А, это сумочка. Это сумка для спортивной одежды. Вот такая с завязочками. Сколько она? Один доллар. Ну, вот так вот затягивает Настя будет. И это, да, Настюш? Ну, красивая, да? Это лиса, да? Или... А, белка. Угу, дальше. Вот ручка сумочка. Вот ручка да. Такая. Вот мы раньше заказывали сумочка. Вот такая вот пришла. Это для сменной обуви. Мы уже сюда туфли на стены сложили. Угу. Это просто, чтобы хранились туфли. Она их будет приходить. Это тоже, наверное, доллар, да, стоит? Ну, да. Угу.
И вот еще вот такая вот, Настя, покажи. Это такая что? Стачурка. Стачурка. Сейчас еще. Это Настя. Настя будет все показывать. Я буду... Сразу говорить цену. Цена 0,5. Ну, она 0,5. 50 центов, да? Нет? Да, но мне кажется, ну, в принципе, да, оно, наверное, так и стоит. Что? А это что такое? Точилка. Точилка. В виде айфона. Это 50 центов, да? Да. Угу. В виде айфона, смотри, ну, точилка. Покажи. Открой. А, это как коробочка, да, это точилка. Да, да, да. Сейчас, Настенька, показывай еще. Это ух что, ручка ты с бриллиантом, да, да, такая? Да, да. Это сколько стоит она? Как она? $2. А как ее? Так, она крутится, да, вот крутится вот и ручка еще. Крути, вот, и достается. С бриллиантом. Да, и еще одна сумочка должна быть для спортивной обуви. Это было для спортивной одежды, угу. А это мы сейчас для спортивной обуви, она должна быть поменьше и тряпчаная. Это такой вот тоже мешочек. Для обуви, да? Да? Или я себе под косметичку заберу, если не влезет обувь. Я люблю такие мешочки, я так вообще... Эко-мешочки. Сколько она цена ее? Тоже, наверное, да? Да, 50 центов. 50 центов. Но мне кажется, там чуть-чуть оно дороже. Это продавец уменьшает цену просто потому, что у нас налог такой идет от большей суммы. Но примерно, вот, хендмейд. Да это же не хендмейд. И качество такое классное. Ну, 100% это не хендмейд. А почему ты так думаешь? Ну, я так думаю, что не хендмейд. Посмотри, почему не хендмейд? Ну, не знаю. Мне кажется, в Китае там все штамповано. Ну, нет, не все. Не все, не согласна. Все? Да. Посылочки с Алиэкспресс дождались. Должны были до 29 августа приехать. Последний срок. Но сегодня у нас 20-е уже все пришло. Отлично. Это через, Настя, через сколько дней? А-а-а. Через сколько дней пришло? Ой, ну месяц мы ждали точно. Особенно вот эти ручки. А ну покажи. Золотая. Ну и бриллиант, оно светится? Да, светится. Ну. И сама есть. Ну, давай вот так вот закрутим. Мне кажется, ничто так не радует, как когда придет посылка. Да, 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 с Алиэкспресс. С Алиэкспресса. Какую-то... Фигнюшку какую-то. Ну надо ждать ее. Ну нам нравится потом получать. Да, ну, самое главное получать посылки, да. Это самое, ну, пускай даже какая-то пустышка, но...